Оживающие картины, птицы как главный элемент в доме, легкость, парение и просто арт-объект. Каждый свой интерьер я пытаюсь сделать уникальным и неповторимым. И очень часто это удается сделать с помощью вещей, которые мы придумываем. Не просто выдумываем картинку, а воплощаем ее в жизнь, создаем своими руками, и это просто вы нигде больше не увидите. Сегодня я вам покажу арт-объект птицы. Здравствуйте, меня зовут Виктория Файнблат, и сегодня я вам хочу показать уникальный интерьер, в котором основной изюминкой являются птицы. Когда мы создавали этот интерьер, он был белый, воздушный, легкий, и хотелось его чем-то подчеркнуть. Подчеркнуть именно не декоративно, а дать ему идею. И появилась идея создать птиц не просто как философию, концепт, а подчеркнуть воздушность. По итогу идея птиц превратилась уже в целый концепт и даже философию. Мы их сделали главным центром интерьера, и при этом не в одном месте, а целую группу, которая в абсолютно разных декоративных элементах дала движение, воздуха и смысла всему интерьеру. Итак, в помещении со вторым светом, где высота потолков больше 8 метров, изначально родилась идея поставить два зеркальных полотна картины высотой 8 метров, на которых изображены скалы, водопад и взлетающие ввысь орлы. Орел – благородная, сильная птица, и с ней только положительные ассоциации, поэтому для домашнего интерьера это прекрасный образ, который даже символизирует силу семьи, духа. Ну, в принципе, вы сами все знаете. Когда начали придумывать эти картины, захотелось это как-то продолжить. И птицы, которые оживают на полотнах и должны переместиться на стены, должны были парить, быть легкими. Соответственно, это можно сделать только с помощью света. Таких светильников, к сожалению, не оказалось, ничего подобного мы найти не смогли. Тогда было принято решение сделать их самим. Да, более года у нас ушло от идеи до реализации. Мы долго думали, из чего выполнить эти светильники. Вначале была идея сделать их из гипса и просто дать подсветку на стену. Но такая конструкция была очень тяжелой, непрактичной и получалась немного грубоватой. С помощью экспериментов мы пришли по итогу к тому, что это возможно сделать из полимерного пластика. Тем не менее, технология оказалась нелегкой, пришлось лепить этих орлов из глины. Кстати, все они уникальные, две птички не повторяются ни по размеру, ни по форме. После того, как они были вылеплены из глины, мы отлили силиконовые формы. И уже с помощью этих форм сделали их из полимерного пластика. Так как из полимерного пластика птицы оказались легкими, воздушными, мы без проблем встроили туда LED-ленту с трансформатором. И сама по себе птица полая, изначально было не проблема это все поместить внутри нее. Дальше захотелось их еще улучшить, и мы придумали добавить зеркальные накладки, которые подчеркивают их рельефность и дают ощущение крыльев. Мы сделали это с помощью легкого материала, это металлизированный полимерный пластик, который визуально выглядит как зеркало. Нанесли его на птиц, точнее наклеили фрагментами, именно вот фрагментами крыльев, хвостов, где-то клювик, где-то глазик. И поместили их на стену, покрытую глянцевой декоративной штукатуркой, что очень сильно усилило эффект парения и свечения. Было этого мало, и
захотелось добавить в центр комнаты еще птиц. И наша люстра превратилась уже не в орлов, а в аккуратных ласточек, которые выдуты из стекла, и внутрь помещен светодиод. Они висят на тоненьких тросиках из лески. За счет этого мы получаем эффект парения, не видя самих креплений и лески, на которой они висят. По итогу получился птичий рай, в котором у нас есть и ласточки, и орлы. И самое главное, что они все расположены таким образом, что они летят в дом, внутрь помещения. Ни одна из птиц не вылетает из дома. Да, я не верю в приметы, я никогда не придерживаюсь правил фэншуя, но почему-то здесь очень захотелось, чтобы это было именно так. По итогу мы получили концептуальный интерьер, которому нет аналогов, в котором вещи выполнены индивидуально, и вы нигде не можете их купить, кроме нашего дизайн-бюро. Я думаю, что вам это интересно. Я считаю, что любую идею можно воплотить в жизнь. Главное, чтобы было желание и практичные навыки. Поэтому обращайтесь, будем всегда рады вам помочь. А так, я просто желаю вам насладиться объектом, который мы воплотили в жизнь. Лично мы очень рады. Надеюсь, вы за нас тоже порадуетесь. Буду счастлива, если вы мне поставите лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить, что мы будем делать дальше.